с этим. Сказано в хадисе, что через 1180 лет наступит время, когда будет лучше вообще не иметь семью. То есть считается нежелательным обзаводиться семьей. Сказано, что вместо этого лучше уйти куда-нибудь в горы и уединиться. Сказано, что чем воспитывать детей в это время, лучше завести щенка или поросенка. Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. А женщине, чем родить ребенка, лучше родить змею. А женщине, чем родить ребенка, лучше родить змею. Подожди, еще раз повторите, что ты сказал? А женщине, чем родить ребенка, лучше родить змею. И мы с вами уже живем в это время, ведь в хадисе сказано через 1180 лет. Excuse me, я полностью погружен в вашу чанду. Продолжайте. Соги гижу бугу кати бицини бихулари. Сайд афанди аски, аб бук инч ван дирги, хунар уляран, аб абиза цхуну хатарак адаг шизавилат, агур халкун хабги абилару. Кулец вани маджлисалда, ук агу гус абуна. Химал хари алдасан, ахир заман алда. Хуэльт инч ахабун хлик иля. Химал хихи алдасан, бурух хихун хлик иля. Дитс абула хэч о, химал хару ги иля абун. Дитс абула гуцец агул урхут лаги ун ги иля абун. Цо дахал нурма алда. Мухаммад ил алайхи салату ва аслам. Это дурак, это натуральный.